Ну, как дела? Сиди давай, сиди, сиди. Вчера минус 20 было в Оренбурге, снега намело. Сегодня 0 плюс 1, уже дождь идет, представляете? Спонтанно собрались на покатухе. А у вас патриот, он не вас, а дайте покажу. Вот такой не вас завели. Ну еще ребята должны подъехать. Кумка резина стоит. Вот. В рафтер, что ли, покрашено. Ну и вот, гаражная жизнь, людей работают в гаражах, делают ремонты автомобилей. Кто Нивы, кто мопеды, кто чем занят. Каждый зарабатывает, кто как может, и красит. Здесь, смотрите, шторки опускаются, получается как камера, вот, обогреватели. Ну и вот, занимаются автомобилями, красят. Все, как говорится, в гараже. Так, ну а здесь, смотрите, стоит какой. Вообще красавчик, красавчик. Ну, вот видите, специальный гараж у человека. Все прикольненько, прикольненько. Ну вот так, ладно, мы поехали на покатухе месить снежок. Снег сегодня сырой у нас, да, получается? Да, очень сырой. Человек купил недавно у вас патриот. Расскажи, какого года твой патриот? 11-го года, юбилейный. Подготовлен так более-менее. Ну, дома много работы доводить надо. Работать на ней. Ну, здесь лифт, да? Лифт подвески, да. Здесь, по-моему, блокировок, ничего такого. Ничего не такого нет. Так, ладно, мы куда сейчас едем? Вот за той Нивой. Похоже, он у нас сидит. Нива уже сидит. Да. У нас сегодня две Нивы. Короткие, трехдверные. Одна в стандарте. Но у нее лифт, да, по-моему, есть? Небольшой, да, там, по-моему. Есть. Ну и колеса у нее широкие, да? Кумка. Ну и еще одна Нива, вы знаете, Виталий, на двух самоблоках. Снега много, скажу сразу. Ну, заодно и посмотрим, как кто едет. В крайнем случае, у вас патриот у нас есть. Трассы там вот есть у нас? Трассов много. Трассы есть. Надеюсь, что у нас видос получится. Все будет нормально. Здесь еще никто не катался, видно это. Вот третий, да, сразу не хватает. То есть мы туда или туда едем? Куда? Без разницы. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Мне вот охота ее проверить, потому что как она идет у меня. Сильно засаживать. Поехали. Колея. Смотрите. Ну, примерно так. Снег сырой. А патриоту тоже уже тяжело и сложновато. Потом доедешь, там Санта-Фе нас ждет, стоит. Уже, по-моему, и у вас патриот у нас сидит. Сейчас я его выдержу. Нет, нет, сейчас он. Давай назад. Назад, 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 назад. Да, ему тоже тяжело. Сырой снег, это коварно, конечно. Все, готов? Как я и говорил, однозначно на блокировке, на самоблоках вот этих АВТ-шных автомобиль едет намного-намного интересней. Сами заметили, что самостоятельно выехал. Хотя узкая резина лифта.
никакого нету на этой Ниве. И вот Нива стоит. А резина, ну хоть она и считается грязевая, но протектор там грубый, но не едет. Сейчас ждем другие автомобили. Поедем на горочки, наверное. Так, наша задача развернуться, этот автомобиль развернуть. Вот грязевая резина. Опа. Она не слушается, просто автомобиль, грязевая резина. То есть ее повернуть. Отлично. Все, молодчик. Поехали. Выставляйся. Ну вот, красавчик. Я еще хочу вентилятор поставить. Снимал. Вот дурилки, да? Вот моща. Самоблоки включаются. Я на своей катался на переднем приводе и понял, как эти блокировки вообще срабатывают. Когда едешь потихоньку на первой, в принципе, они не блокируются. Им именно нужны обороты. При высоких оборотах, это примерно вторая повышенная, они раздвигаются и блокируются. И лучше, когда дифференциал заблокирован, если два самоблока стоит, вот тогда интереснее. Блин, ну вообще, смотри. Намного интереснее, да? Конечно. Вообще красава. Она идет, просто идет, пока действительно, да? Перед собой вал не соберет. И вот узкая резина. Пожалуйста, вот она едет. Вообще легко едет. Я тут разворачивался. Нам надо будет туда. Ладно, сейчас пока ждем. Переместились с вами в лесополосу. Здесь пока дорога. В принципе, легко. Интересно будет, куда мы здесь поедем. Ну и все. Я думаю, что понятно. Застрял. Ждем друг. Этот автомобиль может позволить, но выезд отсюда уже сложный. Травиться будете? Конечно. Так, эти автомобили уже были. И, ну, с видео на пятидверке, которые катались. Санта-Фе у нас. Виталий и нас там патриотов. Смотрим 31-й Невас, стравленная резина, и посмотрим, как же оно все поедет. Нет, пока. Ну, в принципе, да, смотрите, есть возможность, есть. Неплохо. Классно. Лифт и травленная резина. Как пройдет стандартный автомобиль? То есть по этим следам стандартный автомобиль вышел отлично. Молодцы. Так, Санта-Фе, стандарт. Все,
Да нет, пройдет, есть. Все, нормально. Стоим. Здесь у нас спуск. Лимановскую машину. Сейчас вот мы спустимся, все проедем. Все, давай, поехали. Здесь нам мешают ветки проехать. Мы их не ломаем, просто убираем, чтобы автомобили не корябали. Ладно, набирает. Пытается объехать на стандартной автомобиле. Ну и все на этом. Сейчас она выйдет. Пока по колее идет, нормально будет. Сейчас попробует разгона. Нет, все. Так нельзя делать. Да, видишь, он назад и резко вперед. Да. Ну куда ж ты гонишь? И все. Не вас. Попробуем толкнуть. Давай, поехали. Давай. Да, надо дергать. Ну, что у нас Санта-Фе покажет? Давай. Неплохо. Ну, он там нарыл, наверное. Это просто зверь. Да. Он меня сейчас закатает. Это называется мощь двигателя просто-напросто. И с разгоном, ходом то, что шел. Давай. Че, все? Привет? Все. У него уже как... Не надо так делать! А все, повис. Вот. Давай газуй, ты что встал? Нет, только плавно. Зря ты прям что, встал. Давай назад чуть еще. Плавненько, только потихонечку. Подожди. Давай. Нет. Назад давай. Нет, тяжелый. Давай, пробуй. О, не едем. Давай назад, Ильнур. Сейчас. Сталь, отстегивай. Мы сейчас там на месяц, Ильнур там сядет. Стой, Толян! Нет. Все. Теперь снимать. Минус фаркоп. Чаще вперед. Декоративные фаркопы, в том числе и у меня как губа, они не предназначены для того, чтобы дергать за них. Равнять снег максимум и все. Теперь нам нужно открутить крепление и его отсоединить. Сейчас, бомбит! Нет, он прилип, бесполезно. Бесполезно. Еще одна попытка Санта-Фе сдернуть. Еще давай, летай. Все, хороший рывок. Нормально. Снимай, Виталий. Слышь, чай. Давай домой. Блин. Ну вы же чай налили, да? Все нормально? Чай кипятил. Сейчас будет нормальный чай. Че, ребят, водички, снег вот набрали. То, что не хватало для чая. Да, Виталий, достань. Нормальный кадр. Ты максимально сколько поднимешь, а я тебя где-то потащу. Да, нет. Рамбон больше бери! Давай, толкай! О, хорошо сидит! Да он и заехал! Ну, я сам, чтобы он не сел. Это будет очень плохо. Мягко говоря. Отпускай! Отпусти! Не отпусти. Ты что, блядь? Возьми за яйцо. Дедан, за яйцо схвати. Бля. Не отпусти. Смотри, схватил мертвую хватку, блядь. Да. Отпусти, блядь. Да вот так хочешь, собака. Ты, блядь. Ой. Да нет, не первый раз. Его уже драли сколько. Ужас какой. Все, сейчас успокоится. Я пальчик не хочу сегодня уже.
Этого Шевика у нас не было. Нормально. Давай, давай, давай! Тяжело. Давай назад. Очень тяжело. Все, вперед, все, хватит. Это уже надо. Что, что, ну что, что? Давай, что, давай, давай. Все равно не хватает. Нива на склоне стоит. Зима, плотный снег. Ну, как сами все понимаете. Все, 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 все. Должно, 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 должно. Нормально. Стой, 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 стой. Все, одну, один автомобиль вы... Дайте капюшон, блядь. Ван, давай я за ноги потащу, подожди. Дай, дай, за ноги сейчас. Сейчас он тебе передний привод подключит. Смотрите, как здесь сложно. Очень сложно подниматься. Оп. Да, на камеру это вообще не передается. Тут перепад сколько? Вот скажи, перепад. Метр, да? Смело. Вот, если смотреть по капот. Бугор по капот. Нет, она просто упирается, да? Разгон побольше. Сюда, Виталий, вперед! Сейчас набивает. На самом деле сложно. Нас не надо, сейчас все ловить. Немного снега. Стоп! Стоп, стоп, назад, да, назад. Не копай! В натяг, все в натяг! Что это за зуб? Не знаю. Так, у него резина просто... не стоит. Как будто резина, блядь, все. Здесь убираем колею снега, сейчас потому что... Сейчас... Ну, очень много. Патриот приедет, очень много. Пацаны, да не, ладно, Патриот сюда не поедет, он сказал, там останется. Дастров не хватает. Дустер. Давай, вторая. Разбивались. Дустер, да, ништяк. Вот так, поехали. О, да, нормально, давай. Сейчас видно будет, куда стекла летят. Ну, не рой, не рой, ты уже. Назад! Почему там приняли? У него, блин, надо и поднять ее хотя бы стоковое положение. Настолько низкое. Ты смотри, никак. Давай, давай. Стой, стой, да. Боюсь, нет, давай попробуем. Блин, давай попробуем. Надо середину убирать. Что, больше нет ножки? Одна только рабочая. Все смотрят, все смотрят. Там вот глубоко тебе. Не, он сейчас накатает. Ух, потом, потом, потом. Сейчас надо уже чуть-чуть побольше разгона, наверное. Побольше разгона. Побольше. Красавчик, отлично, отлично. У нас один человек работает, остальные все помогают, да, ему словесно. Словесно. Без этого никак.
помощь любая благородная. Да, да, все. Почитай, пожалуйста. Выйди пару процентов. Процентов. Вытащи лицо в окно, поплыви, или твоя глупая физиономика, застрянешь. У него круиз-контроль там стоит. Вот как раз еще эти динамические тросы, которые наш подписчик вяжет, делает. А там что, через мягкий шакал, да, зацепили его? Ну вот, заодно и посмотрим. Вот мягким шаклом зацеплено. Все, 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 давай еще разок дергать. Зарывайся. Ну не рой, что ж ты сделаешь? Сейчас опять падаю. Все, давай, поехали. Он вообще не едет. Ты что? Давай, 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 давай. Все, все, все. Просто чуть-чуть. Давай пойдем за толчок. Да не знаю. Вот, через мягкий шакал все сделано. Подъем, снег. Нормально, нормально, все, пошла, пошла, пошла. Да, пошло, конечно. Давай, 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 братан, давай, давай, толкай ее. Не идет. Закатывайся. Все, все. Ух. Там да, кто-то. Я вам сейчас покажу. Покажу. Не газуй, не газуй. Вот, я стою. Я не знаю, ну, метр, представляете? Хотя мы здесь... Большую часть лопатами все отработали, но и снег сырой и влажный. Ну, сложное, сложное упражнение получилось. Ну, мы выехали в поле, поедем. Ребята, водители приготовились. Это у тебя так постоянно, я так понял, да? То есть машину для выезда, да? Кипяточки. Камера как бы не закипела. Чайки, кофе. Канистру 40 литров. Канистра. Скажи, со спиртом, со спиртом. Со спиртом, все правильно. Вот, отлично, отличный выезд. Катались. В основном все сидим. Такую погоду ездить сложно. Нива, стопроцентная блокировка задняя, лифт, травленная резина. Тоже тяжело едет, потому что снег сырой, автомобиль проваливается, под днище набивает. Санта-Фе бензин стал в аварийную, коробка. Автомат говорит, ехать не хочу, перегрелся, остужаем. Черная Нива, без самоблоков, стравленная, закопался, повис, все, сидим на этом, ребят.
Других вариантов вообще нет никаких. Стандартная Нива. Без всего. Тоже пытаемся развернуть, чтобы... В принципе, что? Вот автомобиль сидит, вон автомобиль сидит, вот автомобиль сидит. В движение пока только этот автомобиль у нас. Давай. Еще. Сейчас я еще расстелюсь, как собака. Лохоч вперед. Стандартные Нивы с небольшим лифтом. На данный момент нам тяжело. Реально нам тяжело. Сколько метров? 400. Ну тут-то мы проедем. Самое главное вот. Вот это место. Самое главное, да. Зато красота. Лес, свежий воздух. Ну и честно сказать, мы что-то немножко уже подмерзли. Не рассчитывали мы, что затянется у нас на более 2 часов. Планировали быстрый выезд, быстрый. Вот вам и проблема. Если поедете в одного человека, в одну машину, и вот такая фигня случится. Поэтому мы катаемся компаниями. У нас есть группа в Вайбере, полный привод 56. Если есть желание с нами покататься, в личку мне пишите. Ну, кто с Оренбурга, с Оренбургской области, номер присылайте, я вас добавлю в группу свою. Там мы общаемся, вот, собираемся на покатухи, планируем, когда, что, куда поедем. Вот как сегодня, собрались по-быстрому. И сидим. Ладно. Еще один комментарий, какие будут по этому проезду. Что я могу сказать, ребят, проезд... Не один такой, как сказать, не из легких. Один не из легких. Угу. Даже та же поездка, которая у нас была до этого. Там намного все проще. Снега больше, но и к тому же он жесткий. Если сырой, бы, сырой. Если бы в мороз еще ехали. Мороз бы она резала снег. Ну, да. Получается, режет. А то, что сейчас снег мокрый, ему тяжело идет машина. Ну, тяжело идет. Погода резко сменилась с 20 до плюс 1 за сутки, да? Просто резко. Снег. Жесткий снег стоит, держит, а сейчас еще подмораживает и вообще наст, да? Да, у нас больше становится и все. Да. А так, конечно, классно. Ну и самое всякое. Главное, помощи ждать-то нет, куда никто сюда не приедет. Никто сюда не доедет и не приедет. Да, вообще никто. Потому что там дальше гора, овраг, здесь тоже веселуха. Да. Ну еще Санта-Фе, конечно, сложновато вот с ней. Санта-Фе, конечно, нам немножко все сбило. Если бы Санта-Фешки не было, мне кажется, мы дальше куда-нибудь ехали. Ну все сидят. Вот сейчас на данный все момент сидят. У нас сейчас одна только рабочая Нива, вон та, которая более-менее едет. Остальные... Короткая сидит, пятидверка тоже сидит, да, белая? Да, вот сейчас мы все сели просто и бесполезно. Санта-Фе стоит просто. Сейчас будем что-то пробовать. Ходом проезжать, вставать в колею. Других вариантов вообще нету. Копать мы уже заколебались. Вот этот бугор уже метр скопали. Не знаю, как сейчас получится у нас. Вообще не едут машины. Настолько все сырое. Давай самку первую. Нет, пускай едет. Пускай едет. Я смеюсь. Диман, давай поехали. Нет, надо по своему следу ехать. Вали, Диман. Нет, давай накатывай тогда. Потихонечку. Вообще жесть, просто жесть. Там автомобиль какой-то проехал, увидел нас, развернулся, и я не знаю, что дальше. А, вот покатохи-то у нас.
давай, 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 давай. Дальше марку не оторвал. Здесь только надо просто ехать. Все, отлично, отлично, все правильно. Все, просто переехал, и туда, туда не ушел. Все, теперь будешь остальных дергать. Диман, тебе не стыдно? Тащи, тащи, пусть ему стыдно будет. О, только так она и едет. Одна человеческая сила. Вай-вай-вай-вай-вай! Это плохо. Давай вытаскивай, Нивой. Все, глуши. Сегодня нас выручает динамический трос Александра. Кому интересно, тросы динамические, вот эти по 1200 рублей, 6-метровые. Ссылочка будет в описании, смотрите. Нива легче с лифтом и задней 100% блокировкой проехал. Сейчас цепляем Санта-Фе и тащим. И здесь, ну вот посмотрите, колейность есть, снег сырой. Ребята, по-моему, в гору выехали, да? Сейчас посмотрим, как пятидверка будет выезжать и Санта-Фе. Но у нас УАЗ Патриот стоит на горе, поэтому, я думаю, проблем не будет. Думаю, что скоро будем думать. Сейчас будут автомобили подниматься. Я многие видео короткие на свой YouTube канал не выкладываю. У меня есть Инстаграм, ВКонтакте. Многие видео есть там короткие, которые, говорю, на YouTube не выкладываю. Так что переходите, подписывайтесь. Также канал называется, то есть не канал, а соцсети. Нива 007 Оренбург, ВК. Ну, ссылочки будут, смотрите, переходите. Подъемчик. Красавчик, красавчик. Вот так вот. Тафе. Трос. Ничего. Здесь стой, останавливайся. Ты трос намотал. Все, отсюда уже вытащут. Не, стой. Заднюю дверь освобождай, трос. И это освобождаем. Одно колесо, да, вращает, и все. Ну да, на подъеме стоит. Ну вы уже близко к победе, да? Скоро дома. Уже какой-то есть результат. Да. Мы, наверное, с Максом сейчас вернем. Если нет, Розман залетел. Давай, 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 давай. Все, спокойненько, спокойненько. Поехали. У нас последнее препятствие осталось. Последняя небольшая горочка. Последняя. Все, выезжаем. И домой. Патриот и Нил остался. Ну вот, на сегодня наши покатушки закончились. С приключениями выехали. Хочу попросить подписаться вас на канал, поставить лайки и написать комментарий, какая машина вам лучше понравилась по проходимости, с какой резиной. Все, всем спасибо, всем пока. Жду от вас комментарии и подписочку.